Начинаем наш новый влог снова с еды. Будем пробовать делать коктейль в нашем новом блендере. Что у нас тут по ингредиентам? Мороженое, молоко, сливки, чуть-чуть клубники замороженной, варенье, которое нам бабушка дала, и бананы. Что, давай, запускай. Долго так надо делать? Ты в прошлый раз сколько сдала? Да, нальешь. Нет. Как это? Вот так. А я думал, это носик как раз для этого. А я думал, сова. Ну, только испачкала. Ну, ничего страшного. Вот такая жижка, конечно, получается. Страшно, мыть-то не тебе. Ну да. А почему-то у нас еще вот эта штука, пульс не работает. Один вчера раз попользовались, да, а сегодня что-то как-то нет. Подожди, она не воняет? То она давно стоит. Не, я лучше ее помою. Да, сполосни ее. А я прям из этой круженцы вот так вот. Вытри, пожалуйста, как течет. Ну, не надо слюни туда. Да. Смотри. В итоге мы такие стаканчики взяли. Слушай, ну тут ровно две порции получилось. Кайф. Что такое? Ну, я сегодня мега-булка. То есть мы сделали коктейль, потом погоняли на машине, поболтали, съездили опять в Глобус, накупили самого разного, и все. День у нас прошел, смотрели «Полицейский с Рублевки», готовили есть, что мы еще делали. Ну и ты спала до полвторого. А ты? А я в 9:30 встал. Чего? Серьезно. Ты прикалываешься? Серьезно, в 9:30 я встал. Я очень писать захотел, и потом не смог уснуть. Мы спали вместе очень долго. Я просто лежал в телефоне, шарики играл, новости читал. Честно, клянусь. Не верю. Клянусь, я в 9:30 встал. А потом днем ты не засыпал постоянно? Нет, нет, я поэтому сейчас немножко сонный. Поэтому и булкой ни хрена не снимал. Сейчас, на секундочку... Сколько, полвторого уже? Ну да, где-то. Все, полвторого, да. Что мы съездили купить? А, ну мы еще в Хоб заехали. Как это правильно называется? А давай почитаем. Типа герметичный контейнер, но он кругленький. Есть что-нибудь? Миска герметичная. Миска герметичная. Это для того, чтобы разогревать, походу. Там написано. Да? Ну, в общем, там их внутри две штуки. Использовать будем для всяких салатов. Я что вообще камеру включил? Просто разбор покупок. Сам обожаю их, опять же, повторюсь, смотреть и снимать это тоже. Это я себе зеркало купил. У меня было точно такое же, только вот эта штука треснула. А мне, чтобы бриться, я не знаю, как вы бреетесь. У меня очень быстро все отрастает. И если, не дай бог, я вот сейчас вам просто покажу, если я буду бриться вот так вот стоять, тут будет все усеяно, просто в говне. Ну, не в говне, а в волосах. Поэтому я бреюсь, всегда залезаю в ванну с зеркалом, вон оно там лежит. А оно, вон на нем мыло лежит, ну, как бы пофигу. Самой подставочки нет, она сломалась. Очень быстро, хлюпенькая. Ну, мне впало покупать какое-то дорогое зеркало, поэтому самое простое купил. Тут у нас, в принципе, все. Что мы в Глобусе купили? Шоколадочки. Если не пробовали, попробуйте. Это от Елены Монасир. Это гречишный шоколад. Полезный. Ну, мне очень нравится его вкус. Один с кокосом, второй просто с ванилью. И, в принципе, все. Это я купил Кате попробовать. Это у нас ваза, что ли. Мы будем ее использовать не по назначению. Где у нас свеча, кстати? Покажи. Это Катя придумала такую конструкцию. Просто в вазу поставить свечку, чтобы она горела. И... Правда, потом он будет капельки красные вот здесь. Я почитаю в интернете, как можно будет. Легко. Подогреть ее просто снизу горячей водой, кипятком. Она станет жидкая, и какой-нибудь салфеткой протереть, и все. Ну, воск он размазывается, и такие... А, ну хотя да. Следы оставляют. Наоборот, надо, чтобы он застыл, его отковырять. А все остальное... Либо его в холодильник просто положить и потом отковырять. Да, но потом эти следы еще замыть надо будет. Ну, да ладно, пофигу. Дешевское все. Дальше, ну, это совсем неинтересно. А здесь зажигалка?
А я, кстати, не знаю. Вот тут всегда была одна. Вот она. Вот она. А давай выключим свет. Выключи свет вот этот. Слушай, ну так снимать будет плохо очень. Очень плохо будет снимать. Ну, смысл вот такой. Ну давай, пусть она горит. В принципе, ты единственное, свет вруби. Потому и что включи, пожалуйста, тоже. Что это экшн-камера. Так, давай, что у нас дальше? MacBook убираем. Ну, как убираем? Пусть он вот так вот повисит. Мука, снова семечки. Ребята, они опять подорожали. То есть мы заходим каждую неделю по 8-12 рублей подорожают вот эти семечки, которые мы очень любим. Первый раз, когда мы их покупали, попробовали, это 199 рублей. Сейчас это уже 219 рублей. Но они обалденные, конечно. Тут и на русском, и на английском написано. Дальше. Ну, тут, собственно, ничего интересного. Лисички, сметаны и лейсы с печи. Это я люблю. Это Кать любит. Куча приправ. Розмарин. Петрушка. Укропчик. Это у нас томаты и чеснок. Интересно, кстати, попробовать сочетание. Это ароматные травы. Мы просто наобум брали все подряд и будем пробовать. Это у нас блюдо из картофеля. Свиного мяса. Ну, кстати, это по поводу Кати еще пишете, что он готовить не умеет. Ну, вы абсолютно не правы, просто я не снимаю 24 на 7. Весь наш быт. У нее все прекрасно с готовкой. Приправа для рыбы лимонная. Ну, это вегета, все ее знают, любят. Сырочек. Тильзитер. Свали. Так, это у нас дрожжи. Катюш мне будет жареные пирожки готовить. Для этого мы еще и повидло купили, вишневое и яблочное. Вот, не знаю, что за бренд. Капитан припасов. Это у нас обычное подсолнечное масло с добавлением оливкового. Куча молока. И кефир. Все, у нас, в принципе, закрома заполнена. У нас вот сейчас холодильник прям под завязочку. Я очень единственное, очень-очень буду скучать по этому квасу. Я даже... Мы поедем скоро опять в Брянск, ну или я одна поеду. Я полмашины забью. Реально, он такой вкусный. Ребята, если увидите где-то блин, в Москве, Андрей, вот именно Брянск пиво. Андрей, ты с этим квасом забыл про то, что я делала тебе компот. Его уже выливать надо. Всё. А что ему будет-то? Он не испортился. Мне кажется, в холодильнике. Не-не-не, ты что, оставь? Ты будешь его пить? Буду. Ему ничего не будет. Тут же холодно, конечно. Отвечаю. Ладно. Так что у нас тут все прекрасно. Закрома заполнены. Сегодня мы запеканочку делали. Да, я попробую убрать это. Вот. Так что у нас такой быт сегодня. Мега-мега булочный. Завтра мы... Ой, на прикольную процедуру поедем. Для вас завтра это будет уже там через сколько-то секунд. Да. Но для меня это уже завтра. Снимаю вот этот влог в 2 дня. Думал, сегодня что-нибудь выложу. Реально, ребят, просто не могу пьёшь каждый день снимать. А до какого? До 11 апреля. Выпей, пожалуйста. А я не буду его. Мне не нравится. Это я же говорю, я идиот. Ладно, купил значит, херню. Я его выпью. Со злаками, сливками. Либо ты его можешь пить и разбавить чем-нибудь сладеньким. Ты этот еще кефир не допил, купил новый. Ты допьешь? Да, да, я ж кефир пью просто много. Просто сейчас не хочу. Все. Типа я такой подкадр сейчас классный сделал. Такой, знаешь, такой. Теперь добавляем супер крутой эффект. Мы непомерно рано для себя проснулись. Сейчас кто-то будет угорать. 11 часов 20 минут. Мы уже на ногах. Так, давай закрывать все это дело. Мы приехали в Ашан. Сейчас перекусим здесь, в теремок сходим. И дальше будем думать. Может быть, куда-то сгоняем в какой-то ближайший город. Что хотел рассказать? То, что Катя уговорила меня сходить на эпиляцию. Ты уговорила? Это ты захотел, а я тебе уже нет, ты меня подтолкнула. Того, ты боялся. Подтолкнула. Ты, что, ты просто боялся, я сказала, что мне не страшно, не больно. Я даже не дорассказал, потому что на это удаление волос из подмышек. Так сейчас все подумают, что это я тебя заставила, потому что мне что-то не нравится. Ехать надо было на белорусскую. Сейчас очень большие пробки в Москве, мы решили перенести на будни, какой-то другой день, выбрать более оптимальное время. Потому что из-за снега все тупит. Салат оливье, русский цвет. Приложение пользуется?
что, привез я Катю в Переславль-Залесский. Ничего более оригинального не придумал. Хотел показать ей озеро Плещеево, но оно тоже во льду. Там сидят рыбаки. Думал, ну может малюсенький кусочек где-то воды будет. Мы там выйдем, потрогаем водичку рукой. Хрен из два. Я еду сейчас по вот этой раздолбанной дороге в музей паровозов. И прикол, если только они наличные берут, у меня всего лишь 100 рублей. У меня есть наличные. Правда? Да. Класс. Дорога здесь, она, конечно, раздолбанная, но местами очень прикольная. Тут много елок, сосен. Сосен. Да я пошутила. Вот это шутница. Так, музей 200 метров. Все, мы почти на месте. Вообще, я тут это полдороги ныл, то, что мне уже достало. На самом деле зима. Она что-то наступила рано. Если собрать все твое нытье за эти пару месяцев, не знаю, мне кажется, можно отдельный выпуск на 40 минут выложить. Как я ною про погоду? Да. Это правда. Я прям большой акцент. Да я тоже ною на самом деле. Мне это очень раздражает. Мне уже бесит эта погода. Я хочу тепло. Я в Сочи переехала, потому что я хотела жить теплее. Ну да, в этом году в Сочи снег лежал. Обычно такого не бывает. Ну там и на следующей неделе мы сейчас, когда ехали, смотрели погоду. 11-12 градусов. Зато в Грозном 24. Да, в Грозном 24 градуса. Прикиньте. В Москве 1. Так, ну что, паркуемся. Я уж не знаю, там есть дрезина. Я на ней катался. Очень смешная штука. На, держи. Замерзнешь? Наличные не забудь. Так, что мне тут Мегафон пишет? Широка страна моя родная, вы покинули домашний регион. И теперь для вас все входящие бесплатно, безлимитный интернет, баланс 1263 рубля. Все, вырубаю нафиг тачку. Что мне нужно-то? Ничего. Я только беру телефон с собой и камерку. Ой, там один вагончик дымит. Поплаваем? Да. Залезать на экспонаты запрещено. Так вот. Сколько стоит? Здрасте. Для взрослых 300 рублей. На дрезину отдельно. Она сейчас работает, да, дрезина? Да, да. На шапку тогда. Наверное, холодно будет. У меня шапка. Есть там? Ну ладно. Мужчине. Давай сразу купим дрезину. Сколько? С дрезиной без? С дрезиной. А у вас и картой можно оплатить? Нет, только наличка, молодой человек. А, понял. 1000 рублей. 1000. Ага. Не, я что, в музей-то попёрся, потому что просто уехать за 150 километров из Москвы и ничего не посмотреть, тоже такое себе. Это узкоколейка. Смотри, какие вагончики, как будто уменьшенные. Здрасте. А что значит ПЖД? Уй! Как? Переславская. А, Переславская. Ой, ёлки-палки! Чуть не убрался, как скользко. Дважды причем, или трижды. Просто как этот вот так вот стоял, не мог равновесие поймать. Видала там? Прикольная. А? Какая прикольная тачка. Да, это причем тачка, смотри, она на колесных парах. Смотри. Автомобиль ЗИМ на железнодорожном ходу. Прикольно, да? Может, на Вольво себе тоже замутить? Покататься. Так, что там у нас еще? Ну, там в депо, не знаю. Пошли посмотрим. Хотя вон еще вагончики можно посмотреть. Деревянненькие. Дрезина, трясина. Сейчас увидишь. Блин, я испачкала. Да. Шнурок. А, ну ладно, ничего, потом постираешь. Местных железных дорог Германии. Грузоподъемность крытого товарного вот этого вагона 7,5 тонн. Построен в 1934 году заводом Висмар. Мне нравятся они такие миленькие, маленькие. О, дизельный мотовоз.
Хотя картинка тут не соответствует тому, что нарисовано. Это просто на рисунке гусеничный трактор ДТ-54. Ой, я бы на такой прокатился с удовольствием. Как синий трактор. Угу. Костик, слушай, это, наверное, или нет, подожди, посмотреть хотел. Это трактор, только у него, видишь, вместо гусениц колесная пара. Угу. И вот это очень прикольная штукенция, участковая автодрезина. Вот тоже, смотри, симпатичный. Она открытая будет. Автодрезина. Ну, единственное, конечно, тут бы немножко привести ее в порядок, потому что она, видите, в состоянии таком, можно сказать, ужасном. Чтобы вы увидели, как это все будет. Да не переживай, потом все почистим. Решили немножко утеплиться, для того, чтобы прокатиться на дрезине. Катя возьмет варежечки. И у меня там шапка есть. Не-не-не, на трубе. Во, все, теперь схватывает. Варежки еще где-то мои есть. Вот они. И шапку я тебе сейчас дам. Хорошо, что она у меня с собой. Ну что, погнали? Погнали. Слышишь звук? Фу. И до Брянска. Погнали. Видишь, даже звук такой, как в железных дорогах. Класс? Класс. Ну, это самое прикольное вообще в этом музее, именно на дрезине покататься. Сами экспонаты не так интересны. Смотри, тут стрелка, все вообще. Стрелка в маршруте, не переводить. Ты говорила, спортом хочешь позаниматься? Я тебе могу уступить место? Пожалуйста. Хочешь? Давай. Интересно же. Давай, на тебе камеру. Сейчас я ее чуть-чуть, пока подержи, я ее чуть-чуть приторможу, да. Потому что это на самом деле прикольно, ты можешь потом и... А можем с двух сторон, да, это делать? Да, если мы с двух сторон это будем делать, то, соответственно, она просто быстрее поедет. Давай. А я вот так вот стану. Держи. Давай. Вот, пожалуйста, тебе спорт. И там будет еще в горку, с горки. Все как надо. Звуки такие прикольные, да, как на поезде. Так можно? Да можно, можно. Главное, чтобы с рельс не сошла. А так все можно. Ну ничего себе, ты разогналась. Это сама! Все, все, ничего не делай. Мне стрёмно. Все, все, горшочек не вари. Просто держи руку. Мама! Тяжело, кстати? Да стрёмно было отпускать, когда мы на такой скорости были. Просто она так разогналась, я уже не знала, как остановить. Она вот так вот делала. Классно, смотри. Да? Охранная зона. Не, ну это все равно прикольное развлечение, если вот так вот с детьми поехать. Да даже взрослым. Я хочу, чтобы она ехала быстрее, а тогда ручка будет слишком вот так. Я так не могу быстро делать. Сильно вон не разгоняйся. Видишь, вон тупик впереди. Ага. Вот это у нас конечное. Чтобы мы просто не врезались туда. А тут мы с горки едем. Надо притормаживать. Чуть-чуть придерживай ее. Я пытаюсь. Вон чувак, смотри еще. Кто быстрей? Вот, мы туда доезжаем, а потом ты можешь также поместить только в обратную сторону. Класс? Да. Хочешь, я потом еще видос сниму, как ты на ней едешь? Вон там, когда мы подъедем. Хочешь, да? Да. В общем, вон такая штукенция. Очень прикольная.
Стоит недорого. За двоих за вход плюс дрезина 1000 рублей. Но удовольствие будто бы больше получаешь. Все, почти приехали. Обратно наоборот в горку там придется помесить. Ты сильно уже не разгоняйся. Надо притормаживать. Ну, естественно, куда без этого. Сейчас я буду снимать видосик, как Катя гоняет на этой штуке. Подожди. Еще рано, я отойти хотел. Отходи. Чуть подальше просто. Сейчас видосичек сделаем, потом в телегу выложим. Ну, не зря, да, сгоняли? Блин, нам нужна такая собственная железная дорога. Как же круто, а? Уважаемые пассажиры, поезд прибывает на 5-ю платформу. Неправильно, надо вот так. Я, кстати, ты когда приезжала на вокзал, я нифига не слышал вот эти объявления. Вообще ничего не понятно. Знаешь, как будто кашляют туда. Да. Причем некоторые наоборот понимают. Вот вы как, понимаете объявления на вокзалах? Дрезина живет своей жизнью. Туда-сюда ездит. Туда-сюда, да. Вон, смотрите, вперед-назад. Потом зайдем в вагон-лавку? Хочешь сувенир какой-то? Я хочу посмотреть. Там да я не против, не против. Ну да, продолжение осмотра. Смотри, какая дрезина прикольная. Вот только единственное, ну тут написано экспонаты не трогать, но дети, конечно, бы тут все облепили. Все бы понажимали, потрогали. Это интересно. Просто интересно, знаешь, самому залезть в кабину. Маш, строй за... А? Че? Звук. А, ну кто-то там что-то ковыряется, я не знаю. Танк-паровоз. Завода блин, там. Да, мне тоже нравится. Я на нее обратил внимание. Воссоздана атмосфера. Будь здорова. Спасибо. Вон там, видишь, правила перевозки грузов. Давай, заходи. Такой вагончик прикольный, да? Ну, дай я тебе фотку сделаю. Хочешь? Как ты сидишь? Ну, посмотрим, что тут есть. Энциклопедия. Смотри. Деревянные поездочки. Ага. Это мыло, вот. Угу. В виде поезда. Брелочек для монополии. Что у нас дальше по плану? Мы хотим на каток. Это Катя предложила. Я, в принципе, не против. Последний раз катался... Мне кажется, в Таиланде. То есть настолько давно это было. Ну, естественно, это будет закрытый каток, потому что уже плюсовая температура, в принципе, все течет. Как он называется-то, когда мы едем? Ну, неважно. В общем, доедем, посмотрим. А вообще заехали на Shell, взял себе морожку и по хот-догу. Ну-ка, давай с тобой. Чпоньк. Чпоньк. Давно я так не говорил. Если ты мог понять, что в душе моей. Ну, типа, вот она. Ну и всех поздравляю с наступающим Новым годом. Это реально жесть. Просто 2 апреля. Обещал про погоду не говорить, но вы меня. Но вы меня извините. Я хочу тебя в снег уронить очень сильно. Что? В снег уронить тебя хочу. Нет. Ну по зязе. Ну я тогда буду еще замерзать там на катке. Будешь. Да. Слушай, оно вообще работает? А то мы сейчас приперлись, а там закрыто. Хотя выходной день. Сегодня же выходной день? Да. Ну, давай разбираться. Давай. Самое главное, чтобы там прокат был. Есть.
Ты читал, да? Да. Ну, он до 22 работает. Норм. Ну, тут классная, да, площадка. Немножко мы не вовремя приехали, там уже идет сеанс. До конца этого сеанса осталось 34 минуты. Пока переоденемся, купим билеты, останется буквально там 20 минут покататься. А следующие сеансы, там вообще ноль билетов. Есть только на последний, который начинается... 20.45, да, до 22 часов, но... Совсем вечером, что-то мне неохота. В общем, мы решили, что сюда приедем завтра. На час 15 дня, да, прям сейчас в машину сядем, пока есть билеты, купим и покатаемся. Вообще, лед мне понравился, очень он прям гладенький, очень гладенький, да, там я смотрю, прям как дети катаются, он прям вот этот хруст, знаешь, такого хорошего льда. Вот, ну и на прокат там 150 рублей, по-моему, стоят коньки. Ну, сам билет стоит 400 рублей, а прокат, да, 150 рублей. Да, я не сказал. Ну, у нас сколько получится? 300 плюс 800. 1100 рублей мы за двоих отдадим. За коньки плюс, соответственно, сами билеты. Вот, поэтому сейчас зайдем на сайт, который называется «Спорт навсегда». Нет, не так, по-моему. По-моему, «Спорт». А, нет. Или «Спорт всегда». Да, спорт всегда. Финалочка сегодняшнего дня. Зашли в ОК для того, чтобы купить крупу. И зашли в спортмастер купить носочки для того, чтобы завтра кататься. Господи, погода все так же остается ужасной. Сейчас я вам прям быстренько покажу, от чего Катя меня старпером называет. На, держи. Да ты так говоришь, как будто я против. Я не против. Но все равно уже два раза сказала, как стартер. Сейчас я вам покажу. Я раньше тоже так делал. Хопа! Тебе смотрите, что купил. Кроссворды. Крот. Ты знаешь, я даже когда был мелким, мы эту газету я разгадывали у подъезда. А? Я тоже в детстве разгадывала, я знала. Так, ну и что мы тут еще взяли? Яичишки, носочки. Вот такие специально, кстати, для катания на коньках. Ну, я думаю, и на обычных можно гонять. Я себе вот такие стрёмные взял. Еще одну пару нам подарили. Какая-то акция была. Я, правда, не знаю, где она. А, ну вот, филовские розовые, белые с розовым. Классные. Ну и тут по мелочи. Перловка. Яйца, ручки, да. Чтобы отгадывать, у меня дома ни одной. Пару яиц взяли. Давай их здесь в машине оставим. Да. Вкусняшки. Все. Я, честно говоря, подустал. Вроде влог такой неактивный был. Хотя не у нас даже спортик. Мы проснулись. Сильный. Мы легли с тобой очень поздно. Мы поспали. Я проснулась в 10. Легла где-то в 4. Ну, 6 часов. Но все равно маловато. Ну, да. Учитывая, что ты любишь по 11 примерно спать. Ну все. Да, я тоже сейчас замучился. Я вот сел сейчас в кресло, мне неохота никуда не ехать. Когда ты право получишь, и я буду вот тут сидеть. Так классно. Сидишь вообще. Тоже просто истерика. Я тебя понимаю.